Капитальный ремонт участка теплосети протяженностью более 250 метров проводится на улице Громова и Приходько во Владивостоке. Работы стали возможны благодаря выделенному правительством Приморья специальному казначейскому кредиту. На данный момент выполнена большая часть работ по демонтажу, выполнены работы по установке железобетонных лотков. В дальнейшем будет переустройство металлической трубы по данному участку. Также переустройство двух тепловых камер. Во Владивостоке в этом году планируют заменить 44 километра трубопроводов. Ход ремонта находится на контроле специалистов мэрии. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.